Это что за фигня? Вот это просто. Там внизу воздух. Эта шляпа поднялась наверх. Это просто капец. Кто угадает, что это такое есть? Организм какой-то. Короче, вот так вот я его и делаю. Так, ну прошло какое-то время. Сначала непонятно было, раствора ацетона было много, 100 мл. Но вот он стал желтый. А вот здесь начало кристаллизироваться. Уже получается, вот здесь на стенке видно кристаллики. Это вот значит, что теория верна. Высушил я этот сиропчик. Ну, осадок немножко желтоватый и воняет непонятно, ацетоном или чем-то другим. Возможно, ацетон просто окислился. И сейчас я хочу... Это все мне надо разбавить водой и посмотреть, вообще растворяется ли он в воде. Раствор. Он стал мутный такой. Но в этой случае это еще не значит, что что-то может и получиться. Так. Воды лучше больше, чем меньше. Растворим мы его всего. Как бы он хорошо растворяется, видно. Но вот эта муть, которая там, это есть та свинья ацетоновая, которая больше не испаряется, как масло, и воняет чем-то. Ну, в общем, какой-то просто лак получается, который не высыхает. Какой-то ацетоновый органический мусор. Ну вот, раствор вот такой. Вода дистиллированная, мутный. Давайте будем туда добавлять наночастицы. Посмотрим. Раствор бесцветный. Так, ладно, вот этот раствор желтый и мутный. Сейчас надо долить этого, чтобы образовался что-то третье. Посмотрим, что-то там будет. Так, залили внутрь. Цвет немножко поменялся, стал еще мутнее. Так, ну вот. Так, что-то выпало. Да. Вот это что-то есть очень-очень интересная вещь. И выпало довольно много. О, сколько много. Так, сейчас надо протестировать будет. Отделить. Попробовать высушить. Делаю это первый раз, потому что как-то так немножко стрёмно. Вот такой красивый он там, этот порошок образовался. Сам он, по сути, будет белый. Я вот не знаю, как бы он должен быть растворимый в воде, но он выпал в осадок. А почему он выпал? Потому что что? Так, ладненько. Если выпал, сам виноват. Давайте сольем его лишнего.
такая вот фигня образовалась. Так, ну вот я его профильтрую. Аккуратно. Сначала я попробую немножко его подсушить, посмотреть на его безопасность, что он делает при температуре. И потом будем его смешивать с третьим реагентом. Так, фильтрует тела. Хорошо. Такая вот каша получилась. Как бы должна растворяться в воде, но... Но, походу, растворяется мало. Или не растворяется вообще. Но... Дальше посмотрим. Так, сейчас вот более-менее подсох. Надо сейчас его растворить вот в этом. Если он не растворяется, тогда эксперимент не удался. Но нам надо его попытаться хотя бы сделать такой растворчик. И проверить сразу на ходу. Он должен раствориться весь. Но он очень сильно помутнел. Конечно, странно. Так, ладно, жидкость такая мутная стала. Сейчас попробуем его проверить на способность свою. Так, надеюсь, что-то хотя бы там растворилось, если да, вообще растворилось сейчас. Это убираем подальше. Вот у меня вот это будет подопытный кролик. Гладкая поверхность. И сейчас нужно... Вот это все надо... Так, чтобы он растекся и высох на поверхности. Какая-то либо часть его высохла. Там его, это, конечно, очень сильно. Его надо растворить еще в лаке. И он, может быть, здесь совсем очень чересчур неправильно будет. Но... Да, поверхность, во-первых, трудно смачивается. Надо было сначала его обжечь лично. Да, поверхность вообще не смачивается. Но пусть он здесь подсохнет. Такие жирные капли, как бы масляные, образовались. Воняет просто страшно. И вот он когда... Ну, это я смогу, если что, вот он здесь стекает. Пусть он стекает, он там высохнет. Да, и он так и не высыхает на... так быстро. Так, вот это есть, вот это вот сироп. Но он сам... Не, он сам хорошо смачивает стекло. Просто... Надо было помыть эту пробирку. Там все как бы есть нормально. Так, сейчас его надо, чтобы он высох. Потом посмотрим. Так, обмазали бутылку, подмешали немножко лака. Да, лак. Лак совсем другое дело делает. Он связывает кристаллики и просто дает пленку. Да, металл
довольно белый, сверкательный. И сейчас посмотрим поближе его. Да, здесь я просто нанес. Там очень нужно узнать, сколько нужно эту концентрацию. Но он уже как бы в лаке. Он уже внутри в лака и довольно. Ну, его можно под. Ну, лак можно поцарапать. Вот. Так вот такой он стал, когда я смешал его лаком. Потому что у меня походу что-то не понравилось у этого лака. Он вот такого цвета стал. И я думаю, что у меня просто вода была еще. Там, короче, влага попала. И вот. В общем, это будет не скоро, но это у меня сейчас главная такая задача. Я хочу это сделать. Вот было видно, когда вот его просто тупо на стекло мажет без лака. Полное говно. А если чуть-чуть вот смешать с лаком. Здесь, конечно, я как мазал, так умел. Но здесь уже есть полностью белый металл. И, ну, зеркало здесь сделать очень реально. Там нужно рассчитать все, как в аптеке, и правильный лак. Ну, конечно, на лаке стоит денег. И в общем, там это скоро не будет.